Вторые – мамы для малышей. Воспитатели и работников детских садов поздравили с профессиональным праздником в городском дворце культуры. В зрительном зале собрались те, кто вырастили и воспитали не одно поколение биробиджанцев. За такой нелегкий и ответственный труд виновников торжества поблагодарил и мэр Александр Головатый. По его рассказу, он совместно с сотрудниками городской администрации встретился с педагогами ряда детсадов. В скором времени планируется встреча с коллективами остальных учреждений. Посмотришь на вас, знаете, и понимаешь, что мужикам расслабляться не стоит и говорить, что все плохо, трудно и так далее. Потому что вы – это люди, которые закаленные железным характером, серьезной волей и желанием работать на благо нашей области, города. Да? И это действительно, поверьте мне, искренние от души слова. Награды от мэра Биробиджана и регионального отделения партии «Единая Россия» получили десятки работников дошкольного образования. Поздравили воспитателей своими номерами и артисты творческих коллективов города. Алена Шот, Денис Листюхин. Новости 21.